Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру на Android, которая называется Last Day Alive. Ну что же, вперед и с песней. Сейчас 2024 год. Мира, в котором мы когда-то жили, больше нет. Во время вылазки за припасами я заметил подбитый вертолет, который искал место для посадки. Если пилот выжил, вертолет может стать нашим спасением. Майкл, прием! Кто-нибудь слышит? Нужна помощь. Да, мы не выберемся сами. Меня зовут Джесси. У нас закончилось топливо. Мы окружены. Коннор, мы вернемся к вертолету позже. Надо бежать. Уходи, я прикрою. Я вам помогу. Держитесь, говорит Майкл. А за кого мы играть-то будем здесь, а? Я уже говорил, что улицы кишат ожившими мертвецами, которые пожирают все на своем пути. Нет, Майкл, ничего-то нам такого не говорил. Last Day Alive. Меня кто-нибудь слышит? Меня окружили мертвецы, и мне некуда бежать. Помогите! Кричит Джессика Сильверстон. Нажмите и ведите по экрану, чтобы прицелиться. Оу, ребята, здесь, по ходу дела, мне придется настраивать опять управление, потому что такими темпами мы далеко не уйдем. Плюс еще кнопку стрельбы надо, да? Значит, мне это все надо делать одновременно. Не, ребят. Ой-ой-ой, ну сами видите, это жесть какая-то. Хедшот. Я еще умудрился хедшот сделать. Поехали. Но теперь, я думаю, будет все намного лучше. Так, подождите, подождите. Да что такое-то? Все, готово, охламоны. Да, ребята, так мне намного проще. Ух ты, а вы откуда взялись, охламоны? Мачете. Применяем херак. Пожалуйста, помогите Коннору. Мы совершили вынужденную посадку, когда у вертолета закончилось топливо. Мы собирались заправить машину, но нам помешала толпа зомби. Да, ребята, вот такая вот первая какая-то у нас вылазка произошла. В общем, мы с ней справились. Ладно, не беда. Пойдемте играть дальше. Улучшайте городской центр, чтобы открыть новые виды оружия и его улучшения. Слушайте, мне эта игра чем-то напоминает Dead Trigger. Если кто играл, тот поймет. Эй, вы, присоединяйтесь, я тут неплохо отрываюсь, но боюсь, что скоро мне нечем будет стрелять. Стреляйте в красные бочки, говорит Джессика. Ага, вижу бочки. Вот так вот, взрыв, значит, понятно. А кто это у нас там стоит наверху? Обороняется, так сказать. А, это, видимо, и есть Коннор. Так. Ну-ка. О-о-о-о, ползут охламоны. Ха-ха, ну иди сюда. Вот так вот. Ну что, видимо, все на этом? Нужно поднять в воздух вертолет Коннора. Поможете нам? Конечно, Джессика, я тебе помогу, родная. Что от меня требуется? Я так понимаю, вас, наверное, придется защищать. Меня зовут Майкл, кто вы? Я Коннор, с Джесси вы знакомы? Ну, с Джесси, видимо, я только что познакомился, потому что я про нее ничего не знаю. Наше поселение захватили силы Нью-Уэрт Рип. Нам просто повезло, мы вовремя добрались до вертолета. Слушайте, моя база находится совсем недалеко, говорит Майкл. А что, довольно прикольно, здесь все-таки какая-то история есть. Найдем топливо и вернем вертолет. Лучше поторопиться, пока мародеры нас не опередили. Мародеры — ничто с сравнением с Нэр. Мы должны им ответить. Джесси, посмотри вокруг, как ты на них нападешь? Закидаешь трупами? Что-нибудь придумаем, они должны ответить за то, что совершили. Интересно, а что они сделали? Что сделали эти мародеры? Коннор Флинн и Джесси Сильверстоун были вынуждены бежать, когда силы НР захватили их поселение. Опачки. Неплохой тут у вас лагерь. Чувствуешь себя как дома. Для вас будет работенка. Чтобы собрать больше выживших, нам надо больше еды. Мы принесли с собой семена растений. Сейчас я вам помогу. Чтобы начать, нажмите на слот для строительства и выберите ферму. Оу. Так, мы с вами будем строить ферму, ребята. Чтобы осуществлять вылазки в поисках полезных вещей, вам потребуется больше еды. Нажмите на иконку ресурсов, чтобы собрать урожай. Без хорошего дробовика я за ворота поселения ни ногой.
Купить дробовик в магазине – это самое эффективное оружие для поражения целей вблизи. Здесь я с тобой соглашусь полностью. Ха, дробовичок. Ну? Так, всего лишь соточку стоит. Конечно же, я возьму, ребят. Так, модель 25-я причем. А теперь достаньте необходимое топливо и верните вертолет. Нужно выдвигаться побыстрее, пока мародеры не добрались до вертолета. Конечно же, ребята, конечно же, пойдем за вертолетом, он нам пригодится. Так, и что у нас здесь? Начать. Ага, первая якобы миссия у нас, да? Вылазка за вертолетом. Коннор ведет вас к месту, где приземлился вертолет. Хищная птица называется миссия. Сила базы нужна, чтобы открыть вертолетную площадку и режим рейд на базу. Вот так вот. Тут еще будут у нас, видимо, разные наемники. Я проберусь к вертолету, а вы отвлекаете зомби, говорит Коннор Флинн. Ну, этим мы сейчас займемся. Иди сюда, иди сюда. Куда я там шмальнул? Видимо, в бочку попал. Слушайте, ну, графика довольно такая плавная, довольно неплохо сделана. В общем, довольно играбельно. Так, идите сюда, хламоны. Нифига, они там еще и по крышам лазят. Так, надо бы как-то отходить нам, ребята, по-моему. Так, минус. Еще одна готова. Кто там стреляет? Я что-то не понял. Вроде бы как бы сплит... Оу, ё-моё, вот это нежданчик. Охламонка. Так, мы даем сигнал. Типа зачистили, да, вертолетную площадку. И можно будет брать. Последний готов, бегом к вертолету. Нужно взлететь, пока не набежала толпа. Вот именно, Флинн. Давай быстрее, не рассусоливай там. Нам пора убираться отсюда, к чертовой бабушке. Наверное, мы полетим сейчас на базу. Ну, я думаю, по крайней мере, так должно быть. Для чего мы все-таки делали эту вылазку? Так, давай, давай, не томи, прогружайся там быстрее, что ты? Пока Коннор готовится к вылету, я расскажу вам о Нью-Йорк Републик, Республика Новой Земли. Когда правительство утратило власть, восточное побережье захватило НИР. И вот у меня возник вопрос, кто такие НИР или что? Они заявили, что защитят нас, что они слуги народа. На деле НИР просто военная диктатура. Те, кто отказался на них работать, были отправлены ссылки и тюрьмы. Ага, федералы какие-то, видимо. НИР создала лаборатории, породившие монстров-мертвецов. Ходят слухи о том, что они используют заключенных как подопытных кроликов. Ага, вот так вот, значит, все. Лаборатории Республики создают быстрых и сильных зомби. Они созданы для войны. Мы обязаны их остановить, или любой день может стать последним. Ну что, ребята, не дадим наступить этому последнему дню. Я думаю, что мы соберемся силами и наковыляем этим мертвецам. Осторожно, прямо по курсу база Новой Республики. У них серьезная оборона, но мы попробуем с ними разобраться. Хо-хоу. Ну точно, Dead Trigger. Вторая часть, ребята. Так, я понимаю, здесь нужно все ухоркать. А вот это я обожаю делать. Уничтожать все, что мне мешает. Так, нажмите, чтобы ракету выпустить. Ага, все понятно. Правда, немножко неудобно целиться и тут же сразу шмалять ракетами. Вау, там кто-то бегает еще. Взрыв. Тут у них, смотрите, и горючка, и какие-то заводики. Даже танк у них тут есть. Сейчас мы его разнесем. Да-да-да. Майкл, мы с тобой молодцы. Вертолет подбит, держите, сейчас будет трясти. А как они нас, интересно, подбили, вроде бы никто даже не шмальнул по нам ни разу. Так, успешный рейд. 50 каких-то с вами коробок получили. Чтобы сменить оружие во время игры, нажмите на иконку оружия в правом верхнем углу. Ага, можно оружие менять. Повезло, что остались в живых, но вертолету крышка. Потребуется куча времени, чтобы восстановить его. Но сейчас есть дела поважнее, чем вертолет. Необходимо добыть припасы и возвести оборонительные сооружения. Так, они меня опять в компанию отправляют.
Зомби в городе становятся сильнее. Улучшайте оружие, чтобы продвигаться дальше. Я намек понял. Так, МП-2, СМГ. Конечно же, ребята, мы будем его улучшать. Эх, больше не хватает денег, к сожалению. Смотрите-ка, тут даже есть слот для снайперской винтовки. Обалдеть, то есть я могу и из УЗИ пошмалять, и если у меня будет снайперская винтовка, то из нее. Чтобы получить достаточно нефти для улучшения городского центра, играйте в рейд на базу или улучшайте нефтяную вышку. Ё-моё, тут еще и будет своя собственная нефтяная вышка. Об этом я даже мечтать не мог. Ну что ж, погнали. Так, иди сюда. О, ты-то откуда тут вылез? Я тебя не звал, упырек. Так, хедшот, замечательно. Так, где они? Еще хедшот, вот они валят. Дай-ка в голову. Опа, отлично, ребята. Осторожнее, контейнеры. Ах, ты смотри, погоди-ка, это что за резвые такие? О. Тихо, ребята, отходим. Воу! Смотри, какие шустрые, а! Упырьки! Да ладно! Приближается подрывник. Помогите мне завалить здорового. Цельтесь в живот. Где? Ёкаламане! Это что за... что за тварь? Да эти еще тут лезут, блин! Ну, отлично. Прошли, да? Этот толстяк напугал меня. Меня тоже Конор напугал. Причем он такой жирный, действительно. Так, тут еще мачете у нас появилось. Так, ну, как я понимаю, вначале тут будут всякие такие коротенькие миссии. Дальше будем развиваться, будет все сложнее и сложнее. По идее, должно быть так. Нажмите на кнопку задания, чтобы увидеть ваш прогресс и получить награды. Вы можете забрать вашу первую награду прямо сейчас. Ага, $200. Они мне не помешают, ребята, вообще нисколечко. Отлично справились, теперь можно двигаться дальше. Используйте карту компании, чтобы начать следующую миссию. Карту компании, да? Так, у нас тут какая-то прогрузочка небольшая идет. А где у нас карта, а? Я вот не вижу лично никакой карты здесь. Ха-ха. Так, ну зато я вижу, что у нас в магазине что-то доступное. Ящики. Ага, бесплатное. 5 из 5. Ну, 500 бакинских? Ну что же, я очень доволен. И один золотой слиток. Квесты, достижения. Прихвачу-ка я себе коробочку. Говорит бабуля. Бабулечка, какая коробочка? Иди борщ готовь. Так, больше мы пока здесь ничего открывать не будем с вами. Так, смотрите, тут у нас автоматы, пулеметы, что только нету. Дробовики, снайперские винтовки. О, а ценник-то тут тоже хорош. Так, требуется городской центр 4. Понятно, значит, здесь можно все-таки получать бесплатные винтовки, но все это будет зависеть от нашей развитой базы. Что мы здесь еще можем, ребят, сделать? Так, это у нас... городской центр 2 уровня должен быть. Так, развитие силы базы. Ё-моё, смотрите тут. ПВП еще будет у нас. И компания Регион 2. Хм, интересно. Так, ладно, как отсюда выйти? Ага, отлично. Ну, что нам нужно для того, чтобы поднять уровень, предположим? Так, 550 коробок. И нам откроются еще 2 слота. У меня недостаточно их. Ё-моё. На, ну правильно, у меня всего 175 коробок, ребят. Но это уже у нас донат идет, банк. Он нам нафиг не нужен, мы его обходим стороной. Так, а это что такое? Оружейное, да? Так, оружейное. Я так понимаю, здесь будет... А, металлолом производиться. Все, понял. Блин, вам требуется городской центр 2 уровня. Ребят, ничего пока я не смогу сделать. Пока не повышу себе городской центр, понятно. И думаю, а тут вообще нужен 3 уровня. Хо-хоу. Нет, ребят.
Видимо, все так просто и быстро у нас не получится здесь. По всей видимости, нам придется сделать не одну вылазку, чтобы как-то развиться. Так, что у нас здесь? Тренировка с автоматом, да, значит? Убейте всех зомби из автомата. Ну что ж, давайте попробуем. Почему бы и нет? Так, надо улучшать нам все-таки городской центр. Ну, нужны коробки. А где мы эти коробки будем добывать? Естественно, во всевозможных миссиях. Так, давайте-ка пошуршим маленько здесь. Убейте всех врагов, понятно. Сдохла гнида. Так, отлично, все у нас тут хорошо, ребят, все замечательно. Да откуда же эти бегуны-то бегут, а? Так, нормуль, нормуль. Давайте, это последний, нет? Нет. Или да? Да, ребят, это был последний. Что-то какие-то уж чересчур коротенькие миссии, согласитесь. Так, еще 35 коробок мы получили. Но этого мало. Выстрел в голову наносит самый большой урон врагам. Эх, не успел. Ладно, сюда мы больше не пойдем. А если по этой миссии, ребята, не хватает силы оружия? Это получается, что нам нужно усилить оружие? Так, настало время минигана. Ну что ж, давайте... А, подождите, улучшить. Надо улучшить оружие. Наверное, я так понимаю, дробовик. Да, ребятушки, 350 бакинских они требуют. Забираем 150. Хорошо. И тут, смотрите, ёлки-палки. Тут еще и можно отдельно его улучшать. Оу, перезарядка. Так, ну что ж, давайте 350 потратим. Потом у нас идет что, множитель, да? Ага, множитель критического удара. Темп стрельбы нам хватает? Хватает. Так, забираем 100 долларов. И вроде бы все, ребят, да? 200 долларов, а там у нас 350. Поехали, короче, смотреть. Что у нас здесь за разборка будет? А, сменить оружие, ребята, это я, видимо, могу между там автоматами менять на снайперскую винтовку. Но для начала ее нужно приобрести. Ну да ладно, сейчас речь не об этом. Спасите выживших. Хорошо. Блин, с дробовиком мы с вами, а? Так-то... О, не-не-не-не, не надо, не надо, ну-ка. Йо, а ты-то откуда? Да что ж такое-то? Выбираемся, их слишком много внутри. Вы ранены? Используйте аптечку прямо сейчас. Ага, понял, пользую. Ё-моё, выбегаем, выбегаем. Опа, хедшот, отлично. Слушай, смотри, эта тварина толсто идет. Идет, их тут двое. Да что ж такое-то, а, вон, не пробиваю, ребят, пробиваю, ну. Как-то хреновенько, взрыв, отлично. Бойня, ё-моё. Ну иди сюда, толстый. О, шикарно. Я надеюсь, это был, нет, нет, вот так вот. Да что ж такое-то, смотри, бегут и бегут, да. Я из этого желтого дыма и не видел их. Но главное, что разобрались все-таки. И что мы получаем? 200 коробок. Ух ты, очень много денег и продукты питания. Интересно, что нас будет ожидать в следующих миссиях? Так, Рокфеллер. Забираем награду. Один золотой слиток. Надеюсь, нам это золото пригодится. Но, наверное, нужно будет очень много его. Не в таких маленьких количествах, которые мы сейчас с вами зарабатываем. Так, значит, здесь не хватает силы оружия, а вот здесь мы можем попробовать пулемет АДР. Хм, в принципе, я не против. Зомби постоянно убивают вас в миссиях, аптечки помогут выжить в самых тяжелых ситуациях. Все, намек понял. Интересно, а аптечки я буду находить или сам крафтить? Давайте попробуем, что представляет из себя этот пулемет. Также не забывайте, у меня есть 3 гранаты. Вот так вот, хедшот, ребята, работает... Как надо. Да что ты будешь делать? Опять этот жиробас идет, смотрите. Идет толстый, блин. Черт подни, нифига тут их шеренга. Так, давайте этого жирного прикончим для начала. Ну, взорвись ты уже. Ага. Так, бойня, ребята, у нас здесь произошла. Мы начинаем дальше бомбить их всех. Ну, как я понимаю, нас никуда отсюда не выпустят. Мы будем просто с вами отстреливаться. Тем самым пробуя свой вот этот вот автомат. Ну что же вам сказать про него. В общем, мне понравился. Довольно вместимая обойма. Огневая мощь тоже неплохая. Если его еще улучшить, я думаю, что это будет довольно неплохой автоматик для вот таких вылазок. Ага, вы смотрите.
И они нам предлагают его купить за 138 золотых. Но у меня всего лишь 22 голды. Будем так их называть. Да, мне приходится отменять сделку эту. Так, у меня 22 голды, 860 баксов и 12 еды. Мы еще зарабатываем с вами 35 ящиков. Куда же мы можем с вами рвануть? Да, наверное, никуда. Мы пойдем, наверное, с вами обратно на базу, посмотрим, сможем ли мы что-то себе здесь поставить на улучшение. Получили немножко металлолома, всего 33 штуки у нас их. Так, ну-ка, городской центр, что на этот раз тебе нужно? Получится или нет? Ой, Мэрион Окридж, инженер. Мэрион знает про сельское хозяйство все. Говорят, она может наладить работу фермы даже в тундре. До вторжения зомби она проживала в Биллингсе, Монтана. Ей пришлось бежать на восток, когда на западе стали хозяйничать мародеры. Так, увеличит очки здоровья и производство еды на ферме. Так, Пол Одинг, Дона Эшборн, Маришка Синитас. В общем, ребята, это будут выжившие, которых мы с вами должны будем в процессе игры найти и которые будут работать, естественно, на благо нашей базы. Так, что еще тут можно такого сделать? Ферма. Ну, ферму, я думаю, сейчас не стоит улучшать, как бы и хотелось бы, но с едой вроде бы пока нет особых проблем. А ну-ка. Да что ж такое, не хватает. Ладно, давайте тратить одну голду, наверное, ребятушки. Фиг с ним. Пускай строится. Сколько будет? Всего лишь 5 минут. Ну, это недолго, да, я считаю. В общем, как-то так, ребята. Вот такой вот у меня получился кратенький обзорчик на эту игрушку. Если вам понравилось, то ставим палец вверх. И, возможно, следующая серия выйдет очень и очень скоро. Ну, а на этом я буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами уже в новых следующих видосиках. А на этом все. Всем пока.